Дорогие друзья, всем привет! Сегодня 6 июня, и мы находимся с вами в лесу Полтавской области. Конечно же, сюда я приехал не сам, а со своей тещенькой. Привет! Привет! Со своим сыночком и дочерью тещеньки. В то время как в Днепре сейчас светит солнце, мы выезжали, и жарко, то здесь пасмурно и прохладно. После непродолжительных скитаний показалась шляпа белого гриба. Но я думаю, что он уже слишком взрослый для меня, чтобы быть хорошим. Хотя нет, он хороший. Смотрите, не червивый. Совершенно хороший белый. Я так рад. Улики мы, конечно же, все спрячем. Вот он, первый беляшек. Это мой первый хороший беляшек в этом году. Так, сюрприз. Максимка здесь появился. Привет. А сейчас, друзья, по классике жанра, смотрите. 100 раз уже говорил про эти маленькие молодые дубочки, в которые так влюблены белячочки. Посмотрите, какой маленький дубочек и какой большой беляч здесь. Это ж надо, а? Такой увесистый. О-о-о-о. Проверим же его. Вот я сделал срез небольшой, и мы можем с вами видеть, какой он чистый. Класс. Немного очистил ему ножку и просто не нарадуюсь. В прошлом видео я вам показывал подосы и говорил, что в том лесу, где эти подосы, белые попадаются, но они все какие-то уже испорченные. Здесь же, как вы можете видеть, чистое. Я еще не встретил ни одного червивого. Хотя встретил-то я их парочку всего. Насколько я помню, в этом лесу очень важно найти грибное местечко. Лес весь красивый, но вот именно грибных местечек в нем не так много. Бывает, попадаются по одному, но есть тут такие места, где сразу их много. Птички здесь поют завораживающе. Не хочется перебивать. Мне вообще кажется, что я во сне. Смотрите на это. Разве можно быть таким красивым? А, белячок? Как можно быть таким сногсшибательным? Я тут себя ущипнул, чтобы проснуться. Но оказывается, я не сплю. Кажется, вижу еще что-то. Идем посмотрим поближе. Точно. Это же коричневеныш. Посмотрите, у него и шляпка, и ножка коричневая. Какой смешной. А, он просто умер. Это трупик. Интересно, что он заболел, что ли? А такой вроде бы крепкий. А я смотрю, какой-то
У него нездоровый цвет. Цвет лица. Эй! Сюда! Скорее! О, я еще нашел, пап! Мама, иди сюда! Тут беляш огромный! Ну давай твой посмотрим, потом мой. И у кого он будет больше. Где? О-о-о-о! Я отсюда вижу. Но это в вашу команду прибавилось. Ну что ж, срывай его, Максим. Давай посмотрим. Офигеть. Класс. Давай, бери его. Скорее, пока не убежал. Подкручивать надо, да, вынимать можно. Ого, он там белый есть. Давай я посмотрю. Да. Что тут у вас? Хорошенький. Но у меня лучше. Тут комары нас кусают. Что, сильно червивый? Ну что, да не, нормально. Берите. Да. Пойдемте посмотрим мой. Он, конечно, побольше. Смотри. Его аж поломало тут. Гриб будку поломал. Да, надеюсь, он хороший. Не знаю. О, ты видишь, какой? Как мушкетер. Ага. Ножка лишь у основания была поедена. А так-то все хорошо. Поздравляю вас. Спасибо. А я вас. Посмотрите, друзья, какой папа нашел беляш. Он как-то бочком рос. Да? Интересный экземпляр. Ну, я чувствую, он крепенький. А возможно и нет. Сейчас посмотрим, по-моему, червивый. Да, он, ножка червивая, посмотрите, как она поедена. Но они не успели дальше пройти. Так что берем. Ты рад за папу? А? Да. Максим предлагает соревноваться, посчитать в конце количество. А я предлагаю взвесить все. А? Нет. Ну нет, Максимка, такие мы считать не будем. Извини, конечно. Слишком старый. Я вот, Максимка, увидел, кто-то выглядывает из-за той сосенки. Это беляш. Беляш? А громадный. Ку-ку. Да, громадный. Какая удача. Ой, я не могу просто его обхватить пальцами. Какой большой. Ты поражен так же, как я? Конечно. Этими размерами. Да нет, он вообще не поеденный, я не понимаю. Давай возьмем его. Он просто огромен. Пол корзины. Я, кстати, за папин. Ты уже за мою команду? После таких череды удач, да? Да. Прекрасная воскресная прогулка. Чудные грибы. И яркие эмоции. Покажи, что нашла, Кать. Маслята нашла? А мне маслята вообще не попадали. А это что, старый? Угу. Нас смущают размеры. Мне кажется, тут это поеденное. Нет тут? Ну давай разрежем. Ага, вроде бы. Ну разрежь, посмотрим. Пахнет?
Ты, конечно, где-то в глубине души надеешься, что он будет поеденный, да, Кать? Чтобы не проиграть. Готова сама его поесть уже. Хороший. Да он чист. Ну, держи. Покажи лицо свое. А ты? Я кушаю. Давай сюда. У меня уже голова кружится. Идем же покушаем. Не, и вновь отправимся за грибочками. Тут в этом сосновом лесу есть такие прям дорогие сердцу осиновые островки. Жаль, не попадаются здесь не менее дорогие сердцу подосиновички. Ну а вот на выходе прям из этого островка такой милый сердцу белячок. А вон и мама нашла, вижу, какого-то красивого. И попадаются, да, потихоньку? Он показывает, что там грибы. Ага. Он показывает, что там машина, пора кушать. Пора идти в машину. Смотрите, мам. Вау. Я думал, плохие разрезаю, белые, вау, хорошие. Это ты про вот эти говорил, да? Да. Ага. Сейчас мы основную часть времени тратим на то, чтобы найти место былого счастья. Но никак не можем его найти. Где-то есть тут поляна, где куча белых. Катя такая угнетенная, то у меня есть возможность порадоваться. Посмотрите на эту красоту. Кать, иди посмотри просто. И ты заодно подзарядись. Надо это как-то поделить. Нечего тут делить. Кстати, да. Два. Я же освободил свою корзину. Мне тяжело стало носить. И поэтому все идет в музей Капитал Шоу. Сюда, вот в мою. Я тут кое-что увидала. Макс, иди сюда. Иди сюда, сынок. Ничего не замечаешь? Замечаю. Класс, белый, да? А ну давай посмотрим. Иди. Какой на, классный. А ну-ка. Огромный. Ой, смотри, какой он хороший. Смотри, класс. Еще радует погода сегодня. Солнце не печет, дождь не идет. Просто такая серенькая. Не жарко. Мне кажется, пока мы найдем ту полянку, мы уже забьем свои корзины. Максим, что случилось? Я думал, ты заплакал. Красавец. Я вижу вдали что-то коричневое. Вдали, а не вдали. Кажется, он весь будет. Белый. Есть. Видишь, как выгодно возле папы крутиться. О, вообще. Чётенький. Угу. Мы, наверное, поляну нашли. Да нет, это не поляна, это так. Одинокие беляши ищут своего грибника. То чувство, когда кто-то на вас смотрит, кто-то выглядывает.
Смотри, Катя. Свежайший. Как же все-таки приятно охота на беляшей. Согласитесь, это не та охота, как в прошлом ролике за подосами. Здесь прямо релакс. Не надо пробираться ни через что. Ходи себе по свободному месту. Петляй меж соснами. Слушай пение птиц. И восхищайся красотой этих больших и благородных грибов шоколадного цвета. Чистый кайф. Здесь такая высокая трава. Интересно, не зубровка ли это? Я увлекаюсь производством домашних напитков. И мне интересно было бы попробовать зубровку. А там грибовчик. О, точно. Максик, как ты его увидел? Я думал, ты грибочек показываешь. Ой, Максим тут нашел какой-то поеденный червями масленочек. А я белый хороший нашел. Покажи. Действительно. Удивительно. А где? А ну тихо стоять всем на месте. Ты представляешь? А ну стой, Катя, я замеряю количество шагов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 метров. Вот это зоркий глаз. Если бы я был индейцем, меня бы так и прозвали. Дим, зоркий глаз. Это просто шикардос. Видели? Видели. Я такой счастливый. А для счастья надо ни много ни мало найти вот такого вот, кого, Максим? Красавца. Красавца, правильно. На, попробуй, тяжелый. Ага, тяжелый. Класс, давай. Все, сейчас прозрение включаю. Ну что, смотрите, как я увидала. Оп, то вообще не видно. Что там? Такой же кроссовел, как у меня? Не, ну не такой, но смотри, как оно прикольно. Аж страшно туда лезть. Может, ты его заберешь? Давай я. Кать. Ну, а не, я его... Ого, ножка. О, так он хороший. Конечно. Он вообще изумительный. Угу. Так ты видел, как он рос? Видел. Шоколадненький. Дай. Ну дай попробовать. Прям в пеньке. Супер. Давай я попробую. Почистим. Очень хочется зайти всегда в островок лиственного леса. Не знаю, чего-то меня туда тянет, хотя по опыту в этом лесу, в таких островках ничего пока не встречал достойного. Здесь просто красиво. Какие цветочки. Оу! Что? Я тебя нашел. Нашел. Сегодня воскресенье, и нету никого в лесу. Здесь беляшики все больше походят на те, которые я находил на острове. Очень красивые, да? А вот на канале Армена Альбертяна белые
действительно боровики. Они же какого-то аж красноватого бордового цвета. Здесь же все, видите, шоколадные. Так вот эти, которые истинные боровики, бордовые шляпки. Они же, ух ты, они же пинофилы. От слова пайн, это же сосна. Ну а филус, те, кто любит сосну. Да какой-то, ага. Подростковые какие-то у него прыщи. Но он-то все-таки молод. Как я и говорю, подросток. И очень свеж. Так вот эти белые считаются, скорее всего, дубовые. Да? И здесь же рядом дубочки, обратите внимание. Но мне непонятно, почему у нас нету этих бордово-шляпковых белых, а? Почему я ни разу не находил? Здесь же сосновый бор. Может, стоит здесь просто их засеять? Я сейчас вам продемонстрирую одну миниатюрку. Я тут шел, вот все уже наготове. Смотрите, мы же идем и не видим здесь совсем ничего. Вот, идем, проходим. И тут, представляете, за сосной спрятался. У меня аж дух перехватило. Все замерзли, стоят, боятся шелохнуться. Потому как я начал громко визжать. Какой красивый. Угу. Тебя услышали грибы. С каждым хочется сфотографироваться и увековечить себя в видео. Это был дикий поросячий восторг. Просто я не могу постоянно снимать. У меня ведь сядет батарея. Но это, конечно, уже так не сыграть. У меня тут очередной челлендж. Замеряем количество шагов. Десять, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать. До этого беляша 19 метров. А какие шишки по пути я встретил? Вроде как не раскрытые. Почему, интересно, они все опали? Или это они уже раскрытые считаются? Давай, мы ждем. Давай, мы тут. Я хотел как раз тут снять один грациозный бурьян. Чего это он тут один, интересно, такой? То клопик вонючечка. Вот сейчас в этом лесу полно вот этих вот грибочков. Это мухоморы серо-розовые. Съедобные грибы. Ну, поскольку сейчас есть с чего выбрать, то мы, конечно, их брать не будем. А тем более я боюсь их пробовать. Зачем же нам мухоморы серо-розовые, когда есть беляшики коричневые? Он идеально чистый. Идеально. Кристально. Не знаю, будет ли вам слышно. Но здесь такой гул стоит, наверное, пчелы где-то здесь роятся. Где? Мам, подожди. А, точно, мам. Вон они над головой у нас. Смотри, они тут и там. Идем, а то вдруг это дикие пчелы, которые нападут на нас. Они там опускаются.
пчелы, дикие пчелы прилетели. Пчелы, дикие пчелы. В самом деле. Оп. Берешь. Ага. О, какая нога у него длинная. Ой, хороший. Какой. Туденький. Мой хорошенький. Нет, Максимочка. Это я. Ну, дива. Это я нашла. В чем дело, я не пойму. Чего вы сюда все поприбегали? Какой приятный. Посмотрите на них. Беля. Ой, какой он хороший. Мне кажется. Ё-моё. На хлебнички. Надо еще тут искать, значит. Мы в поисках той заветной полянки. Как будто в поисках Атлантиды, да, Кать? Сделали новые открытия. А ее так и не нашли. На этой счастливой ноте, дорогие друзья, мы вынуждены сказать вам до свидания. Пора ехать домой. Желаем всем здоровья, удачи, хорошего настроения. А в качестве обратной связи жду от вас с нетерпением лайка, комментария. Подписку и колокольчик. И, конечно же, подписку, если вы еще не подписаны. Да, снимай носок. Вот мамин результат. Со мной. С Катей. Да. Подожди, теперь отряхивай. А вот Димин. Ноги отряхивай. Пока. Пока-пока. В кінці цього відео хочеться сказати дякую одній дуже приємній жіночці, яка торгує в Китайгороді біля дороги на риночку маринованими грибочками, томатним соком та варенням із шишок. Уявляєте, вона нас пізнала і подарувала нам отаку баночку варення з шишок. Дякуємо від щирого серця.